Научно-исследовательский институт СВФУ внесет изменения в ГОСТ питания населения Крайнего Севера. Сегодня в рамках Всемирной недели грудного вскармливания в ресторане «Тыгын-Дархан» прошла выставка-презентация специальных продуктов питания для беременных и кормящих женщин из местного сырья. Все представленные продукты по своему составу и усвояемости подходят для людей, проживающих в условиях Севера. Блюда продегустировали специалисты Всемирной организации здравоохранения, дали рекомендации производителям по поводу маркировки и упаковки. Мы сегодня представляем молочные продукты низкой жирности, которые необходимы, да, которые содержат много кальция. И будем показать продукты, которые готовятся на пару, которые готовятся в духовке. А наша местная продукция очень разнообразна и очень богата выбором. И очень полезна как и для будущих мам, кормящих женщин, и для малышей. Очень полезно. Выбираем якутскую продукцию.